Добрый вечер, уважаемые коллеги. Перешли мы на летний лагерь, то есть вынесли бочку на балкон. Через дверь не проходила, перетащили через это окно. Ну, так что дверь не проходила. Что мы сегодня делаем? У нас пшеничная мука, ее 32 килограмма, то есть 16 пачек. Вот так она, ну, знаете, как она выглядит. Вода в бочку уже залита. Эта бочка на 227 литров. В ней залито уже 80 литров воды. Вода обычная из-под крана. У нас она как бы более-менее. Вот такое количество. Ну, там на прожектором светит, что-то так толку. И теперь начинаем туда высыпать пшеничную муку. Все очень просто. Вот так. Пачка в пачку. Там ускорим. Мука, вот видите, вся 32 килограмма, пакеты в пакетах. Тут по 2 килограмма пачка, 16 пакетов было, 32 килограмма. Показываю бочку, что получилось. Бочка, повторюсь, 227 литров. Такое количество муки. Что, начнем? Перемешано, сейчас покажем. Засыпаем дрожжи, отмеряем. Будем делать дробную засыпочку. Почему дробную? Ну, нам пена не нужна. У нас бочки, конечно, не выскочит, но в любом случае. Ну, чтобы лишний раз бочку пеной не мазать, чтобы потом ее легче мыть. Засыпаем дробно. Первая засыпка будет 65 грамм. Дрожжи лучше не вдыхать. Будете чихать. Так, 46. 63. 65 покажем. Сюда. Так, вот засыпано 65 грамм. И теперь в прямом эфире эти дрожжики засыпаем в эту чудесную бочечку. Смотрите, как тут все размешано. Покажи. Вот такая консистенция. То есть комочков, в принципе, таких сильных нет. Это потом все еще разойдется. И засыпаем наши дрожжики. Вот так вот. По поверхности. Немножечко сверху размешаем. Комья есть, но мы их разобьем. Вторая дробная засыпка будет, мы разобьем эти комья. Ничего страшного. Прошло почти двое суток. Без пяти часов. Вот такое вот у нас брожение. Сейчас посмотрим, что тут у нас в бочке творится. Открываем. Вот такая пена, видите? До какого уровня она поднималась. Если бы я закинул всю партию брожей, то, наверное, ну, лишний раз бочку, она, да, конечно, не выскочила, но лишний раз мазать бочку. Ну, и, наверное, сегодня вечером, чтобы она уже посильнее пена упала, добавлю вторую часть дрожжей. Это у нас будет 135 грамм вторая часть дрожжей. Вот такая вот ситуация у нас происходит на третий день брожения. Значит, не стал добавлять и на второй день, некогда было, да и холодно сейчас. Видите, пена полностью спала, все, можно добавлять оставшуюся часть. Вот такая вот количество кодзи. Не хватает у меня тут 20 грамм. Тут 110 грамм, а нужно 135 засыпать. Ну, ничего страшного. Докуплю, потом добавлю еще 20 граммулечек. А можно не добавлять, в принципе. Вот так, по поверхности. И сейчас их немножко размешаю. Здесь на поверхности. На этом все. Первая серия закончена. Ждите следующей серии по перегону. Ну и потому, как это все, за сколько дней это все сбродит и как будет первый перегон. Это будет во второй серии. Всем пока!